Ну что там, Натах? Не пора еще? Погоди. Что там? Ой, все, пора. А вот теперь, подруга моя сердечная, пятница 13-е настала. Ой, сначала тебе гадаем. Давай. Букет какой-то. Так, сейчас в книге посмотрю. Так, букет. Готовьтесь к свадьбе. Ты чего, у меня даже парня нет. Значит, будет. А теперь мне гадаем. Хоть у меня с женишком все в ажуре. А не врет твоя книга-то? Книга? Прабабкина. Стопроцентная. Это тебе не комсомольская правда. Кинжал какой-то. Кинжал. Предательство друга. Да ты чё? Да нет. Вообще вон, а если вот так перевернуть, вообще на ключ похоже. Думаешь, на ключ? Да. Так, вот, смотри, ключ. Ключи – это к переменам. Да хорошо, Натах. Витька приедет, поженитесь. Вот тебе и перемена. Так, давай пойдем на жениха твоего погадаем. А может, не надо? А чё так? А то вдруг покойники на 13-е прям попрут. Заходишь в курятник, хватаешь первую попавшуюся курицу. Ага. Какая попадется, такой масти жених и будет. Давай. Ладно. Давай. Погоди. Чё это? Показалось. Давай уже. Подожди. Сушеный, моряжный, покажи свой цвет, курица. Курица, несушка. Курица, подружка, дай ответ. Давай. Что вы? Бьет, черт! Убьете! Леша напугал как! А это никак Надюхте Бутарева. Смотри-ка, невестой стала. Надька, а жених-то твой будет, как Витька мой. Голубоглаз. Да. Ой, запудрила ты мне всю голову своими женихами. Фу, я он, может, карьеру делать хочу, а ты жених. Че, никак передовые скотница заделалась? Ага, еще чего. Всю жизнь по колено в навозе корову хвосты крутить? Нетушки. Я в Москву поеду, на певицу учиться. Ай. Не веришь? А я уеду. Вот увидишь. Подону гуляет, подону гуляет, подону гуляет. Василий, не мучай баян, дай человек успеть. Казак молодой, подону гуляет казак молодой, а дева там плачет, а дева там плачет, а дева там плачет над быстрой рекой, а дева там плачет над быстрой рекой. О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь, о чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь, о чем, дева, плачешь, о чем. Ну, хороший он парень твой, Витя. Будешь за ним, как за каменной стеной, это я тебе говорю. Как трижды разведенная. Считай, в спортлото выиграла. Да какое уж там спортлото. Иди, иди к нам, присоединяйся. А на соку сидит ворон, а веточка качается. А полюбить кто-нибудь молодость кончается. Я не сам ворота мазал, мазала, мазылочка. Не от радости я мазала, извинила, милочка. Ну вот, бросай все. Иди, иди с Витькой танцуй. А у меня милый не целует, говорит, что маленько. Приходи, дурак большой, встану на заваленку. Эх, ходи, Надюха!
танцевали. Надо ж до лампочки мне твой Витька. Ну, до фонаря. Но... Это был кинжал. Чего? Да ты что, на кухне что ли перегрелась? А! Туфли пропали. Наташка с ума сошла совсем. А все одно к нам. Спорьте же коня и действуйте свободно. Надюша, давай. Располагайте мной, я вам служить готов. Прекрасно. Браво! Ой! Фу ты, черт! Витька, на колымаге своей прикатил. Ну что такое делается, да? Какого рожа приперся-то? Репетиция у меня. Так меня ж тянет к искусству. Надь, еду в город. Вечерком жди. Это с какого-то перепугу? С такого? Подрачу привезу. Ахнешь. Ну-ну. Вот это я понимаю. Вот это любовь. Ай, да какая любовь, Валюша? Гад, весь монолог испоганил. Правда, Сергей Сергеевич? Надя. Надя. Наденька, Надюша. Я чувствую, что вас ожидает слава Сары Бернар. Перед вами открываются широкие горизонты. Планы на вечер есть? Да нет, пока. Мне Маша штаб нужен, вечером? Горизонты. Ну, вот Сергей Сергеевич правильно говорит. Он в Москве учился, он зря болтать не станет. А Витька что? У него амбиции. Кот наплакал. И это... Ну, тут вот не скрубят, не тянет. А у тебя что, тянет? Да еще как, знаешь что? У меня он прям... Страсть и охота, чтобы если влюбиться, так чтобы жахнуло как громом. Слушай, а что? Слушайте. Вот никаких денег не жалко. 5 раз глядеть ездила, еще поеду. Ага, вон у них жизнь так жизнь, любовь так любовь. А это вот мой кучеряшечка. А это мой, лапа такая, голубоглазенький. Надь, а тебе кто больше нравится? Арамис или Д'Артаньян? А мне никто из ваших не нравится. Мне вон Атос шибко сильно люб. Ой, да он старый. Да. Балда ты, Дашка, не старый, а взрослый. Опытный, значит, сечешь? Кремень, мужик, а не то, что ваши эти. Ну ладно. Дуралей. А еще граф тому же. А глаза-то, глаза. Не оторваться. И песня у него самая романтическая. Ну да. Ну хватит дурака валять, а. Ну лучше подруги. Да помирилась бы ты с ней. Да она уже давно простила тебя. Ну подойти просто боится. Ладно, вечером попробую. Парит-то как, а, Наташка? Сейчас гроза будет, опять потом всю траву переворачивать. Наташ, ну прости ты меня, если считаешь виноватой. Ну мы ж с тобой подруги вековечные, не могу я так до гробовой доски молчать. Ну, хочешь, я ему скажу, чтобы он со мной не ходил? Ну, только же давай мириться, не могу я так, Наталья. Убирайся с глаз долой. Ты мне жизнь испоганила, и теперь пришла просто помириться. Да, ну, чё ж я виновата, что ли, что он в меня влюбился? Гадина. Да ты что? Я сейчас тебя зарублю, гадина! Дура! Девчат! Что это? Что это они? Сумасшедшая! Тьфу на тебя, чёрт с тобой! Больно ты мне нужна со своим Витькой! Я о нем теперь не мечтай, поняла? Сама виновата! Хасбулату долой, бедна сакля твоя, золотою казаной я сыплю тебя, дам коня, дам кинжал, дам... Барышня, такси заказывали?
Садись. Привет. Здорово. Надька. Надь. Чё? Надюш. А я люблю тебя. Ты знаешь это? Ага. Это, не знаю, у меня к тебе тяга. Я прям ни о ком думать не могу, как о тебе. Правда, Чер? Правда. Это тебе, вот. Чит за жмякля такая. Какая жмякля? Это сюрприз, я тебе днем говорил. О, польские! Я у Любки месяц назад заказал. Ну? Ты чё? Красота какая. Примерить можно? Конечно. Давай. Давай, ну. Это ж цвет-то мой самый, что ни на есть, Любки. А то. Зарубежные. Ага. Ой, вот это да. О. Ой, спасибо тебе, Витюша. Витюша. Ой. Надь, давай поженимся. Наташка-то как? Она все поймет. Время лечь, Надь. Потом настоящая любовь бывает один раз в жизни. Да? Да. Да ты что, ты с ума, что ли, сдурел? Я еще согласия своего не дала. Тоже мне быстрый какой. Совесть у тебя есть? Ты где полночи шлёндрала? Мам, ну что ты начинаешь-то сразу? Да лучше сразу. Когда в подолето принесешь, поздно будет. Ну что ты? Что там у тебя? Покажешь. Витька подарил туфли польские. Ишь ты. Марш спать давай, с глаз моих долой. Мам. Что? И не забудь. Завтра зайти к тетке Василисе, принести соли. Она банки собралась закатывать. Мам, я, может, замуж выхожу, а ты банки-банки. Никакого понимания. Замуж, замуж. Вот отец тебе задаст с утра замуж. Замуж, замуж. Эх, вот она и в этой трясине деревенской вместе с лягушками. А я, может, не хочу с лягушками. Я в Москву хочу. Ой, девки. Сейчас бы к морю да на пляж. Да, через 5 часов обратно в коровник. Девки, а это кто ж такой? Это Василисин племянник. Из Москвы приехал. Между прочим, очень большой человек. И холостой к тому же. Только что он в нашей теме-то припёк? Знаешь, кстати, на Атоса твоего чем-то похож. Слушай, Надь, правда, на Атоса. Отстань. Только конь у него железный. Девки, слушайте, а меня же мать просила Василисе соль притаранить на ЗАГСе, а я дурында и забыла. Ага. Ну что, побегу. Надь, Надь! А! Чё? Ты хоть свой халат за трапезный сними. Ага. Ой. Ой, вот я дурында-то, от меня ж буренками за версту несет. О, из Москвы. Ой. Тортик, птичье молоко. Ой, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Виталий. Тетя Василис. Здравствуйте. Тут вот соль 5 кг и это, спички. А ты проходи, проходи, милая. Тетя Василис, а. Это тебе. Ой. О. Господи, красота какая. Здрасте. Здрасте. Вот, ну, Виталенька, племянничек Виталий Сергеевич. Это что ж ты за красота такая глазастая, а? Ну, прям Алёнушка Васнецовская? Да нет, это наша Наденька. А Виталий-то парень хороший, видный. Ой, невеста.
актриса будет. В клубе нашем учится. Какая красота, очень красивая, скромная. А умница какая. Ну, умница, говоришь? Да. Ну. Не то, что ваши там городские кукушки. Спасибо. А поет как душевно, а пляшет как. Ой, слов-то не подберешь. Это что ж, столько прелестей в одном индивидууме. Понравилась она ему. Ты смотри, глаз положил. Ой, не жить говори. Не согласитесь, Надежда, меня вечером по селу проводить? Ну, в качестве экскурсовода-проводника. Ну, чё, Василиса? А то я тут давно не был. С самого детства. Боюсь заплутать. Ну, чё ж, можно? Значит, до вечера? Косу как пробить, угу. А? Сама косу. Погоди, погоди. Чудо глазастое. Пока хорошая погода стоит, надо косить. А то обещают. А ты спорь меня. Иду. На. Носи на здоровье. Между прочим, в ГУМе купил. Фуксия. Очень модный цвет. Я пошла посмотрела. Ну, это... Фуксия, ГУМе. Спасибо, Виталий Сергеевич. Просто Виталий. Голубчик мой, вот. Грибочки. Что, глазастая? Пора на экскурсию? Ну, погоди. Сейчас только оденусь и полы вперед. Воздух-то, а? Воздух. Прямо здрасте. Вкусный. Здрасте. 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 Да нормально, ничего особенного. Не скажи, Надюш. В Москве вообще дышать нечем стало. Одни яд до химикалий. Ой, ты как же это? Ну, образно, конечно. Понимаешь, машин слишком много в столице матушки стало. Каждый, понимаешь, может достать себе «Жигулей». Вот и доставали. Вот я живу сам в центре, на Котельнической набережной. Так там на балкон выйти нельзя, через 5 минут задохнешься. Ну, что ж делать-то? Противогаз, что ли, выдавать? Да нет, конечно. Дороги расширять будем, центр разгружать. Другого выхода, Надюш, я не вижу. Вот помяни мое слово, лет через 10-20 каждый третий будет иметь свой автомобиль, а между Садовой и Окружной зашумит еще одно кольцо. Третье. Вот так-то. Расскажите еще про Москву, пожалуйста. Тянет. Угу. Ну, жизнь в деревне, Надюш, тоже имеет свои прелести. Вот вы-то все друг друга знаете. Народу мало, здороваются. Приятно. А я вот в Москве второй год живу, в своем доме с колоннами. Так вот, поверишь, за 2 года соседи по лестничной клетке ни разу в глаза не видал. Че, правда, че ли? Ну, можешь себе представить? А дом? Дом. 27 этажей. 9 подъездов. Народу живет. Больше, чем этого Филькина. О! Ого! Смешная ты. Глазастая. Так что же, Надюша, правда хочешь актрисой стать? Не. Певицей хочу быть. А. Для людей петь. Как Пугачева. Стало быть, учиться в столице хочешь? Мечтаю, ага. Только вот не знаю, как сложится. Я же вроде как замуж собралась. Да и родители сильно против. Ну почему ж? Если блажь, то, конечно. А если... Мечта настоящая, а чего ж не попробовать? Вот я им то же самое твержу, Виталий Сергеевич. Почему вот вы меня сразу поняли, а они нет? Да потому что я сразу тебя разглядел. Душу твою. Нутро твое горячее.
Потому что таким, как ты, не место в деревне. Потому что ты красивая. И настоящая. Как все здесь. Как природа. Потому что в тебе страсть есть. Гадина подзаборная. Ты у меня за все ответишь. Доброе утро, мамочка моя любимая. Ты чё? Ни свет, ни заря. Ой, мамочка, я сегодня самая-самая счастливая. Пила, что ли, вчера? Ну-ка, дыхни. Мам, ты чё? Ну-ка, дыхни, тебе говорят. Мамочка моя, а я скоро в Москве буду жить, представляешь? Да хватит так Олесю нести с утра пораньше. Иди курям лучше задай. Сейчас задам. Вот прям сию секундочку. Ты, че вы с левой чужата? Уезжаете, что ли, уже? Ну да. Пора, Надюш. Загасился я. А я как же? В смысле, вы что-то как-то не попрощались даже. А че ж прощаться-то, глазастая? Ты в Москву не собираешься? Ну да, конечно. Обязательно. Ну вот, поступай, ты думаешь. И приедешь. Сразу ко мне. Буду ждать. Да? Да-да-да. Ехать пора, Надюш. Дорога дальняя. Удачи тебе. Счастливого пути, Виталий Сергеевич. Адрес-то как же? Стой! Витя! Стой! Витя! Стой! Стой, дурак! Ружье брось! Стой! Ружье брось! Ружье брось! Дурак! Ну и пускай знает. Витя, нет! Витя, нет! Не думайте, что ты сделал! Уйди от меня! Витя! Я сказал! Ты душу измотала! Ты ж предала меня! Витя, не трогай его! Все равно не трогай! Витя, не трогай его! Надь! Витя! Надь! 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 Это что, Витя? Надя! Витя! Наденька! Витя, пусти меня, Витя! Все, Витя, все! Все! Не твоя я! Надя! Зачем ты так? Ты сам говорил, настоящая любовь один раз в жизни бывает, она все оправдать может. Прости меня, Витя. Надя! Да что с тобой сегодня? Ничего, мама. Не заболел часом? Нет. Я же сказала тебе, я в Москву уезжаю. Отец? Ты слыхал, что девка-то наша удумала? В Москву она едет. Так. Недалеко ли собралась? Нормально, папа. А у отца с матерью разрешение спросить не забыла? Так я уж вроде как это... Совершеннолетняя я, папа. Так-то. Дочка, может, тебя кто обидел? Да не обидел, меня как? Никто, мама, не трогай меня. Я, может, наоборот теперь
самая счастливая сделалась. У меня, может, только теперь глаза-то на жизни открылись. Батюшки свет. Глаза у нее открылись. А Витька как? Мама, ну не люблю я Витьку. Ну не люблю и все. Это я теперь точно поняла, потому что другого полюбила. И к нему теперь уезжаю. Все, мама. Это часом не он ли тебя самой счастливой сделал? Он. И обратной дороги мне уже нет. Ой, ой, позорище какое. Папа, не давай! Сыпь ей по первое число. Вот тебе, Москва. Хватит. Вот ты-то что, отойди. Хватит. Цыц! Вот ты у меня куда поедешь? Хватит, нагулялась! Теперь на цепи сидеть будешь, пока дурь из тебя не выйдет! Папа! Папа, открой мне! Ненавижу вас! Большой такой, здоровенный. Да-да-да-да. Вон там, там. Ой, спасибо большое. Ой, слушайте, простите, а может, да? Вы знаете, дом с колоннами, здоровенный такой. Так вон же он, девушка, посмотрите. Спасибо, спасибо большое. Ну, ой, здрасте. Тут в одном подъезде, и правда, народу больше живет. Чем во всем нашем Филькине. Ты кто такая? Человек я. С большой буквы Ч, между прочим. Ну и что ты тут трешься? Что, другого места, что ли, нет? А чего на меня кидаетесь? Я вам что, 3 рубля, что ли, задолжала? Любимого дожидаюсь. Жениха. Понятно? Ты у меня сейчас своего жениха будешь в участке дожидаться. У нас там быстро разбираются, кто из какой буквы. Ой, вот только не надо меня пугать. Я тут, между прочим, ничего плохого не делаю. Вон он, мой жених. Поняла? Съела? Ну-ка, держи свои вещи. Пошли ко мне. Я тебя хоть чаем горячим напою, а то ж посинела вся. Ну пошли, говорю, чего встала? Фифа эта, кудрявая, балерунья в Большом театре пляшет. Не на первых ролях, правда, но люди говорят, хорошо пляшет. А что ж тогда не на первых? Происхождение не того. Роза Белович, знаешь, это тебе не Маша Тяпкина. А, понятно. Вот. А товарищ Большаков твой за этой балеруней, почитай, целый год таскался. Пока она в его сторону хвостом не вильнула. Значит, планы у него серьезные, как пить дать. Так что зря ты сюда приехала. Не по сеньке шапка. Это мы еще посмотрим, кто кого.
Ишь ты, какая храбрая. Ну, чего ты делать-то будешь в этой столице? А ничего. Учиться пойду. Поступать. На будущий год в училище на певицу. Сейчас уже поздно. А пока я работать буду. Пахать, как все. На певицу. Значит, работы не боишься? А полы в подъездах мыть не побрезгуешь? Дело-то. Они тут поди почище будут, чем у нас в коровнике. Почище. Ну что? Здравствуйте. Как соревнования? Здрасте. На первый взрослый разряд сдал. Ты моя умница. Ну давай, мой руки. Давай, давай. Сынок, круглый отличник. Помяни еще мое слово, большим человеком будет. Чемпион. А с Федой не скажешь, какой-то хилый уши торчат. Мы бы его кормили получше, чуть, Зой. Сыночек, все готово. Садись. Садись. Так. Хлеб. Сейчас я хлеба. Ешь. Я сегодня соус по-новому сделала с петрушечкой. Ешь. Юрочка, а у нас можно вот эта девушка поживет? Она мне помогать будет, если начальство позволит. А мы, знаешь, здесь вот раскладушечку ей поставим, она на ней спать будет. А? Живите. Только мой микроскоп не трогайте. Ешь, ешь, ешь. Сжалься же, родная, перестань меня бронить. Знать судьба моя такая, одного его любить. Ой, простите, пожалуйста. Хорошо поешь. Здрасте. Молодчина. Прекрасный тембр. Тьфу ты, черт, опять лифт не работает. Слышь ты, пивунья, Нина Русланова. Меня Надеждой зовут, а не Ниной. Ну, Надежда так Надежда. Помоги мне пакеты донести, а то мне надо запястье беречь. Проходи, пивунья, не обращай внимания на Содом и Гоморру. Это у нас норма жизни такая. А он еще удивляется, почему они переезжают. Ну, а куда, спрашивается? В этот бедлам? Я ему сразу сказала, если мебели не будет, и меня тут тоже не будет, ставь сюда. Вот, а он уже месяц обещает достать югославскую спальню. Ну и где она, спрашивается? Ну, просто нечеловеческие условия. Да? А вы-то на что? Взяли бы и очеловечили. Мужик с работы пришел, ему что надо? Ужин нормальный, а не эти вот из баночек. На тебе, пивунья, держи. И дверь за собой захлопни. Спасибо. Нечеловеческие условия. Ну-ну. Она же его там голодом заморит со своими консервами. Ни черта не умеет, только болит, ногами размахивать. Бедный Виталий Сергеевич. А я и кулебяку могу. И щи, и борщ, и котлеты. У нее такое на виду, что мама не горюй. Откроем. Да ты че, тетя Зой? Я сроду ее подачек есть не буду. Давай лучше выбросим. Сейчас выбросим. Дефицит из заказа кремлевского выбросим. Не хочешь, не ешь. Вот. Знаешь что, я ее на Новый год спрячу. Я такой салат знаю с лососем. Так, Надюх, ну и тогда скажи мне, а что ты тогда тянешь? Скажи ему. Что сказать-то? Как что сказать? Так было так. Люблю вас. Сил нет. Давайте балерину свою бросайте, а меня, пугало совхозное, тащите в ЗАГС. Не. Тут совхоз нужен. Я же вокруг него кручусь-верчусь, а он меня не замечает. А все потому, что розище это рядом. Да. Надо момент выбрать. Подойти к нему и сказать: Виталий Сергеевич, вот вам мои глаза. Тоните, возражать не стану. Только надо сначала знать, где он работает. Да. Министерство строительства и архитектуры. Начальник отдела столичного градостроения. Адрес сейчас на листке запишу. Юрка, ты откуда знаешь? Кто владеет информацией, тот владеет всем миром. Черчилль сказал, я усвоил.
Спасибо тебе. Это вам тут, стало быть, курьера требуется? Нет. До свидания. Ну как же это нет? Мне тут до зарезу работать надо, а на вахте сказали, что курьеров как раз не хватает. А вы нам не подходите. Ну все, не мешай работать. Давай, 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 давай. Ну как-то не подхожу. Я очень даже подхожу. Знаете, какая я быстроногая? У меня же этот серебряный значок ГТО по бегу. Показать? Не надо. Ты откуда к нам прибыла? Из деревни Кукуева. Че ты из Кукуева? Я из Филькина. Тем более. А нам тут сельские, извини за каламбур, ни к селу, ни к городу. Тут с людьми коммуницировать надо. А у нас тут люди непростые. Ого-го. Ну что ж, я совсем дура, что ли? Совсем не понимаю. Я тут, знаете как, ого-го, скоммуницирую. Мало не покажется. Я ж способная. О. Ну к чему ты способная? Я хоть к чему. У меня, значит, общественная деятельность. Раз. О-о. Концерты в клубах вела. Два. Физподготовка вообще высший класс. А пою я не хуже Пугачевой. Ой, Адане! Не надо. Ну сколько тебе можно повторять? Ну ладно, я поняла все. Я просто так понимаю, вам пустые слова не нужны? Поэтому за меня лучше скажет классик. Жан-Батис Малер. Располагайте мною. Я вам служить готов. Здрасте, Миша. Здравствуй. Здрасте. Я на минуточку. Здрасте. Ой, подождите, подождите. Здрасте. Спасибо. Здравствуйте. Ну, конечно. Вот мы встретились с вами. Почему? Виталий Сергеевич. Так зачем ты участвовал? Извините, девушка, я вас первый раз вижу. Виталий Сергеевич! Виталий Сергеевич! Виталий Сергеевич! Это Виталий Сергеевич, это же я! Это же я, Надя! Надя из Филькина, вы что, забыли? Ну, это же я! Вы же еще в моих глазах утонуть хотели! Ой. Я ничего не хочу помнить, поняла? Как ты вообще смела сюда явиться? Убирайся в свой Филькин и забудь, как меня зовут. На. Сделай так, чтобы я тебя никогда не видел. Стадион. Здесь люди отдыхают. Вы поглядите, какую помойку-то вы здесь развели. Не стыдно вам к своему городу так относиться? Не стыдно мне. Это не мой город. За мусор он переживает. Тут людям жизни нет. А вы людям. А людям. На первом слоге надо ставить ударение. А что, в школе не обучали? Обучали, обучали. А у вас тут в Москве... Здрасте, какие учителя хорошие. Никому это не нужна. Ни ученая, ни крученая.
и подавите со своими деньгами, Виталий Сергеевич. Не волнуйтесь. Бегать за вами не буду. Блин, это мне такой нужен. Как дела? Нормально. Может, в футбол поиграем, а? Да. О, смотри, кто идет. Юрец-огурец. Тормози. Отдай. Мы с пацанами поиграем, потом вернем. Отдай. А то что, твоя мамаша на метле, что ли, прилетит? Ботан, ты что, оборзел малышню обижать? Сейчас мы тебе объясним, как себя вести надо. Зачем пацана обижаешь, а? Зачем? Убери руку. Ты что, борзый, что ли, ботане? Я не пойму, а? Давай, наваляем. Эй! Эй, вы, архаровцы проклятые, а ну отцепитесь от него! Получи! Ты что же съел, шахматист? Трой на одного! Ты добища! Дура колхозная, ты что сделала? Ты знаешь, сколько трубочка стоит? Я тебе сейчас еще наваляю! Я все маме расскажу, ты знаешь, что с тобой будет? Идите, ябельщик! Я Треф, промсарделька! А я твоей мамашке спрошу, откуда у вас шмотки забугорные? Понял? Юр, ты как? Ничего? Давайте, валите! Борчуки, собирайте свои шашки, шахматы. Давай. Ничего, Юрец, до свадьбы заживет. Очки вон только жалко. Придется матери на новые разоряться. Ух вы! Зверье малолетнее. Однажды они у меня все припомнят. Кровью умоются. На коленях прощения просить будут. А, так это тебе поди за мать обидно? Да не обращай внимания, у них родители вон. Кто в пищепроме, кто вообще на кремлевском пайке. А мать твоя чистостахановка. Да я про себя говорю. Про свою жизнь. Мать тут при чем? Вообще, я, может, не у того человека родился. Парень, ты чё городишь-то? Чтоб я этого больше не слышала, понял? Ишь ты бессовестный какой. Мать только ради него и живет. Кстати, где мать-то? Попрощаться мне надо, уезжаю я. За городом. В совхозе яблоки собирает. Вот. Не у того человека. Понимал бы чего. Ради тебя корячится. Бойца раненого. Тише. Мальчик спит. Тише. Ой. Чё это? Ну ладно. На кровать. Ой. Давай. Ой-ой-ой. Ну все. Садись. Ой. Ой. Садись. Спасибо. А это что? Да это я с яблони навернулась. Чё ты придумала? Я только до дома собралась. Перелом, что ли? Не. Растяжение в оголенной стопе. Удобно, Зоенька. Это вот Петру Марксович. Здрасте. Петру. Полночи меня по больницам возил. В одну приехали, там все врачи заняты. Мы сидели, ждали. Махнули рукой, поехали в другую. Приехали, она так инфекционной оказалась. Тогда гордо доехали. С ветерком на четвертой-то передаче. Зоя Николаевна, я бы тебя вот так всю жизнь покатал бы. Птичку раненую. Ой. Голубки. Сейчас вам чаю сделаю. Спасибо. У меня вообще-то завтра первым уроком контрольная. Сынок, а что с лицом-то у тебя? А? Сынок. Садись, Петр Максович. Петь, ты уж меня извини, пожалуйста. Может, мы потом чаю выпьем, а то поздно уже. Понял, не дурнее просто. Зоя Николаевна, я теперь к тебе в гости буду заходить, проведывать. Очень уж мне понравилось спасать ее. Вот. До побачення, девчины и хлопчи. Вот заладила. Юрочка. Вот вырастет твой Юрочка. И будешь ты одна, как перст.
А любовь, она ж сердце греет. Кто бы говорил? Ты вон получила по мордасам любовью своей и бежишь, поджав хвост. Никуда я уже не бегу. Чем мне тут тебя одну, хромоножку, на произвол судьбы, что ли, бросать? Остаюсь я. И вообще, сбегают одни гады трусливые. Так что, хренушки, товарищ Большаков, от меня избавиться. Не на ту напал. Я этой розы мимозы 100 раз лучше. И вот увидишь, он еще локти кусать будет. Дурная ты, Надька, сил нет. А что, все мы Чеботарёвы такие? Упрёмся рогом, но своего добьемся. Так, рабочий народ, внимание. Представили, что богемское стекло грузим, и чтобы ни царапины. Сиживали за столом, знаем. О, привет, пивуня. Здрасте. Подзаработать не хочешь? Че, с ними, что ли, потаскать? А то эти тунеядцы без тебя не справятся. Да нет, мне уборку в квартире сделать да, надо. Переезжайте, значит. Угадала. Я же говорила, как мой разлюбезный мебель достанет. Перееду. Ну что, провернешь мне генеральную уборку за червонец? А что ж так мало даете, барыня? Генеральная только за четвертак. Ишь ты. Ну хорошо, уговорила. Вечером приходи. Ну, давай, давай. Осторожнее, осторожнее, зеркало. Да, и остальное оставьте себе. Хорошо. Физкуль, привет, Надюш. Привет. Вот, прибыл Зою Николаевну запроведать. Да, а я думала, свататься пришел. Смотри-ка, разоделся-то как. Как ее здоровится? Да нормально, уж вовсю с костылем скачет. Ну и вот и славно. Давай, если. А что, Юрка дома? Да в школе, Юрасик. Иди смелее, не тушусь. Тады пошел. Вот сюда. Иди, иди. Конечно, это во мне ландыш серебристый.
хозяйка, финиш, работу справила, гони четвертак. Ты случайно не из дворян, пивунья? Деревенская я. Ну, надо же, никогда бы не подумала. Деревенская, с такими изысканными манерами. На. Благодарю за работу. Это еще что? Я ведь еще изготовить, между прочим, могу. И щи, и кашу, и винегрет с селедкой. Так что ты хозяин только свистни. Да-да. Большое спасибо. Ну, ты иди, Нин, иди. Я Надя. Где ты выкопала эту чучундру? В лесу нашла. Подарила. А? Ширу наверх, начальство вызывает. Какое начальство? Зачем? Большаков Виталий Сергеевич. А зачем мне сказал? До свидания. Ну-ну. Стало быть, письмо срочное. Вызывали, Виталий Сергеевич. Мне кажется, мы уже обо всем договорились. Ты должна была исчезнуть, а вместо этого продолжаешь портить мне кровь. Как это понимать? А я птицевольная, что хочу, то и делаю. Вы мне не указ. У вас все? Слушай, неужели ты действительно думаешь, что я на тебя управу не найду? Ну, это еще бабушка надвое сказала. А вот я возьму и нажалуюсь на вас куда следует. Ладно. Я тебя для дела вызывала, а не для болтовни. Вот эти конверты нужно отнести в массовет. Знаешь, где это? Я, может, и чучундра деревенская, да только не дура. Знаю, где массовет на улице Горького, я там уже бывала. Иди. Пошла. Ой, согреться бы для начала, а то продрогла я шибко. Целый день под дождем по всему городу мотаюсь. Может, угостить казенным чайком, а ли жалко? Машенька, один чай, пожалуйста. А с сахаром и с лимоном. С сахаром и с лимоном. Спасибо за чай, конечно. Вообще у вас лимон суховат и сушки простые без мака. Не солидно снабжение экономить. Начальство все-таки. Уберите это, пожалуйста, Машенька. Виталий Сергеевич, ну что же это за хамка-то такая? Это не хамка. Это просто заноза в одном месте. Виталий Сергеевич, вы бы позвонили в курьерскую, надавили бы на кого следует. Ее бы вмиг уволили. Нет, 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 нет. Маш, я так не могу. Мне сейчас проблемы не нужны перед назначением. И знаете, очень бы хотелось эту девицу больше никогда не видеть. Алло, да, Евгений Христофорович. Сейчас буду. Виталий Сергеевич, не пуха. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Вас ждут. Можете зайти.
Здравствуйте. Садись. Ну что, Виталий Сергеевич, догадываешься, по какому вопросу я вызвал тебя, а? Слухи-то о твоем назначении давно, так сказать, циркулируют. Я слухам не верю, Евгений Христофорович. Это хорошо. Партийному человеку слухи, понимаешь, ни к чему, верно? В общем, мы посовещались и выдвинули тебя на зам по Москве и области, место крайного. А этой трухе давно уже на покой пора. Документы уже там. Так что ждем подтверждения. Поздравляю. Если мне утвердят, Евгений Христофорович, я никогда не заставлю вас пожалеть. Сядь, сядь. Я-то в тебе, Виталий Сергеевич, не сомневаюсь нисколько. Но во всем этом деле, понимаешь, единственная закавыка. Я как партиец партийцам обязан с тобой поговорить на эту тему. Ходят разговоры о твоей свадьбе с Розой Беловичем. Нашей балетной, так сказать, гордостью. Ну, да. Вообще-то мы планировали. Но пятую графу пока никто не отменял. Да, ну... Не это главное, не это. Брат ее двоюродный, скрипач. В 73-м тю-тю отпустили на гастроли в Париж, а он нам оттуда во фигу показал. Позор? Не совсем понимаю, при чем здесь Роза? Ну, тебе же командировки за кордон положены, и конференции, и слеты разные. Зачем безупречную анкету таким пустяком марать? Она не пустяк, Евгений Христофорович. Ты мне тут про любовь не рассказывай. Мое дело предупредить. Твое правильные выводы сделать. Уяснил? Уяснил. Да это что ж такое-то? И не стыдно вам? Ироды! Надежда, если спёрла, лучше сейчас отдай. По-хорошему. Да я ни в жизни ничего чужого в руки в свои не брала. Я же... Да не ври ты! Ах ты! Стоять! Пусти! Стоять! Ух ты, стоять! Курица, на, обыскивай! Давай, давай, ищи, ищи! Обыскивай меня! Ага! Что и требовалось доказать. Зажигалка Виталия Сергеевича. Что ж, дело, как говорится, раскрыто по горячим следам. Это не мое. Надо милицию вызывать. Оформлять, так сказать, со всеми потрохами. Я не брала. Нужно Виталия Сергеевича дождаться. Пока следите за ней, чтобы еще чего ценного не притырило. Да пойми ты, невесту с умом надо искать. Я постараюсь. Ты должен уяснить, что без семьи тебе в этой новой должности никак нельзя. Времени тебе один месяц, пока документы в Кремле гуляют. Так что думай, Виталий Сергеевич, решай вопрос. Решу. Ну, обязательно. Молодец. Ну, бывай. Где стоишь?
Виталий Сергеевич! Виталий Сергеевич, я не знаю, откуда это, у меня в кармане! Виталий Сергеевич, она украла вашу зажигалку! Да не крала, я тут украла! Как говорится, оперативно-розыскных мероприятий у гражданки Чеботаревой в кармане плаща была обнаружена зажигалка. Что, милицию вызываем? Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо никакой милиции. И вообще, забудьте, пожалуйста, про этот эпизод. Маша, вы поняли? Виталий Сергеевич, Виталий Сергеевич, а что было-то? Да я ж не в жизни. По-моему, ничего такого и не было. Я здоровьем родителей клянусь, Виталий Сергеевич, но... вы же... Но я же вас... Значит, любишь меня? До смерти. Что за блавство? Зачем ты куришь? Сегодня я могу позволить себе все. Это моя первая главная партия, Виталий, и такой триумф. Ты танцевала великолепно. Роза Львовна, браво. Брависсимо. Спасибо. Вы затмите бессмертного. Буду счастлив, если вы присоединитесь к нам. Да нет, нет, благодарим. Мы сегодня хотим побыть одни. Тогда не смею мешать. Буду счастлив. Если надумаете. Спасибо. Ну не молчи, я прошу тебя, мне становится жутко. Роза, я... В общем, я поздравляю тебя. След. Розалинда, ты растерзала мое сердце. Попомни мои слова. Сегодня началась эпоха Белович. Эх, если б не моя Томка, я бы... Садись уже, шут гороховый. Ну, Пашка, на черта тебе балерина. Ты уже женат на певице. Эх, Роза, Роза, любое меца меркнет на фоне твоего ПДД. Ну что, ребят, как насчет выходных? Я на вас рассчитываю. Ну, я за. 100 лет не была на природе. Ну, на природу, так на природу. Скучно, скучно.
дорогая, жить одной мне без него. Петр Маркович, может, все-таки помочь нужно? А то и без дела-то сидеть не привыкла, уж неудобно. Так, отставить женщину. Я вас сюда на отдых вывез, так? На пленэр. Да и мясо женских рук не кухает. Так что, Зонька, изволь. Сегодня вам пан прислуживает. О, а это ты, что ли, пан, значит? Ты, Надю, зря смеешься. Скоро все изменится. Я вот эту конуру под сарайку оставлю, так? А вот тут вот такую домину отгрохаю, да? Что у все соседей постреляются от завитков. Сюда только хорошую хозяйку. А все остальное я вот этими грабалками быстро сварганю. Вся горю я, как огонь. Слезы мне. Так может, если помощь не нужна, мы с Надей пройдемся? Не скучно вам будет вдвоем-то? Так все путем будет. Только же это, вы же не шибко долго. Поросята-то быстро готовятся. Как у них сейчас разговор-то пойдет, прям сердце не на месте. Но все нормально будет. Ой. Петро, твой мужик справный, хозяйственный. Ой, а по тебе-то как иссохся. Так-то оно так. Да вот Юрочка к нему не очень. Да ладно, не сахарный твой Юрочка. Привыкнет, не развалится. Ему, между прочим, мужское воспитание нужно. А то он вырастет уволен, гвоздя прибить не сможет. Да куда? Смотри, лучше красотища какая. Очень хорошо. Ой, Зоя. Тебя любовь нашла и меня. Я своего Виталия, знаешь, как люблю. Аж прям в обморок падает. Только вот розище проклятое это все портит. Так а чего он ее не бросит? Уж пора. Да бросит, бросит скорость. Ну как, тоже мужика понятно. Жили-жили, не тужили, она губу раскатала, а тут вон она, любовь. Вот, вот мы Виталий думает, как бы ей так сказать-то, ну, чтобы не обидеть. Другой бы мужик сразу в шею, а этот думает. А ты как думала? Он же у меня умный. Зой. Знаешь, какой он у меня умный? Ой. А на работе-то? Он такой важный, как гусь прям. Гуси его боятся? Страшно. И я боюсь. Вот люблю и боюсь. Вот как это понимать, Зой? Да как это понимать, Надь? Запугал он тебя и за дуру держит. Как да ладно. Понимать? Туда не ходи, этого не говори, этого не делай. Ну что это? Ну что? Ну что, ничего, он же лучше понимает, что, как и зачем. А ей, правда, дура деревенская. А он с понятием. Ой, ничего, я не в претензиях, пускай. Чего пускай? Пускай он со своей балериной шашни крутит. Ну какие шашни, Зоя? Я же тебе говорю, неудобно ему перед ним. Неудобно. Неудобно крупом вверх в сортиры драить. Неудобно. Спасибо. Это сюда правильно. Нам столько надолго совсем. Под шашлычок. Шашлычок. Роза. Розалинда, умоляю, вернись. Шампанское там есть? Может, я скоро вернусь. И салфетки тоже. Правильно нужно? Да? Вам держите. Я не могу. Она гулять пошла. Тебе не надоело? Ну что еще не так, а? Хватит с ней заигрывать. Томочка, ну перестань. За счастье, да? За что еще? Нам уже не придет. Скажи, любишь меня? Люблю. Люблю, а ты могла бы? Я все могу, милый. Разве я серьезно? Ты могла бы отказаться от флирта? Лет у тебя в крови? Что за пассажи, милый? Неужели так трудно держать их в верховных попугаев, ну хотя бы чуть-чуть на расстоянии? Ну вот женишься на мне, я всех забуду. Господи, как же хорошо.
Если женюсь, ты изменишься? А? Конечно. Правда? Правда. Мама! А? Что? А? Что такое? Ой. Что со мной? Это правда? Что правда? Правда, что вы хотите с ним пожениться? Сынок, Петр Маркович, он очень хороший. И к нам с тобой хорошо относится. Просто мы подумали... Я с ним не буду жить никогда. Да что ты заладил-то? Не буду, не буду. Мать, может, любовь свою нашла, а ты не буду. Ничего ни сахара не развалишься. Будете жить, как у Христа, за пазухой, семьей на природе. Я в деревне не буду жить, поняла? И твоего усатого идиота больше не хочу видеть. Так что выбирай. Прямо сейчас. Или этот мужик, или я. Сынок, я... У меня будет другая жизнь, ясно? Ясно. О чем ты в последнее время думаешь? Витаешь где-то? Что-то против меня замышляешь? Бессовестный. Роди мне ребенка. Вот стукнет мне 36, выйду на пенсию. Рожу тебе хоть футбольную команду. Я не люблю футбол. Мне нужна семья. Но 36 тебе еще 10 лет. Ну так это же чудо, как хорошо, милый. У нас еще куча времени, чтобы пожить для себя. Разве ты не рад? Ну а что, ты предпочел бы, чтобы я была старой развалюхой у плиты с пеленками? Не люблю, когда ты такой слышишь. Между прочим, мы скоро повезем балет в Мадрид и в Барселону. Если будешь таким букой, я отомщу тебе с настоящим Тореро. Это ты можешь. Да я шучу, дурачок. Ну неужели ты думал, что со мной будет легко, а? Зато ты всегда будешь в форме. Ты подумай. Будешь ревновать меня к искусству, к поклонникам, сгорать от страсти, бесноваться. Ходить по тонкой грани. Представь, ты будешь мужем той самой Розы Белович. Виталий Сергеевич, вы курьера просили. Пускать? Пускать. Виталий Сергеевич? Чаечек? Блинчики? Так. Ой, документики надо убрать и ватрушечки с котлетками. Ну вы же, небось, не завтракали? Надо покушать. Смотрите, какой вы бледный. Так, давайте сейчас блинчиков, чаечку налью. Вот. Ой, котлетки очень вкусненькие испекла. Не надо котлетки. Ну как котлетки не надо? Потом ну, котлетки. Виталий Сергеевич, ну вы же... Ой, вот ж мне эти... Ой, иди. Ой, ой, ты чё ж туда залез-то? Как тебя? Пушок, 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 дружок, давай. Кыш, кыш, дурак сидит ведь. Ой, так. Надя, ты куда-то полезла? Ой, сама же забьешься. Да ты что, Зой? Шут с ним, жрать захочет, сам слезет. Куда ты полезла? Метлу давай. Так, ну-ка. Давай. Вот молодец. О-о-о. Да пошел, как же она залез? У тебя крылья, что ли, есть? Да известно, как мальчишки закинули. Вот, вот так, держи. Так, Зойка, держи. Я тебя обломала, думаю, ты все можно. Иди сюда. Вот так. Ай, ты мой хороший. Взяла. Ой, как я тебя сейчас к тете Зое-то, а? Ой. Давай. Ну что, живой? Да живой. Чего вот делается-то, да? А. Тузик? Тузик? А, Тузик, точно. Хватит. Смешно такое. Надя, Надя, ты что? Ой, Зойка. Надь, ты что?
Ой, фу. Ты что? Фу, башка кружится. Ой, понимаешь, в глазах мутно. Ну? Ой. Так что со мной, доктор? Слушайте, может, я это капусту морскую объелась? Так только она в гастрономии продается, жри, от пуз не хочу. Я тебе так скажу, 8 недель, не меньше. Что, на больничном лежать 8 недель? Срок у тебя 8 недель. Ну, ты даешь, мамашка. Так, кровь мы с тобой, конечно, сдадим. Все как полагается, сделаем. Хотя мне и так все понятно. Вон у тебя какой, смотри, животик. Такой хороший намечается. Ой, это... Ой, это как вышло-то? Ой. Понятно как. Айс прилетал к тебе, а ты прошляпила. Ну, дает. Ой. Как вышло-то, как вышло? Так. Ой. Ой. Все. Я сегодня добрая. Вот. Хочешь? Звони. Обрадуй своего аиста. А, так он в командировке. А. Ну ладно. Сюрприз, значит, будет. Сюрприз. Ой. Надюх. А. Ну, это, конечно, не моего ума дело. Ну, может, ты дождалась бы его, что ли? Ага, дождалась. Пока он не бы не мы, я тут рожу 100 раз. А и правильно, Надюх, знаешь что? Правильно. Мы, бабы, сами должны свое счастье ковать. На. Много кто тут наковал. Ой. Петро прогнала, теперь сидишь, кукуешь. Ха, кто бы говорил. Так кто ради ребенка? Так вот и я ради ребенка. Я ради ребенка. И в атаку готова. И на абордаж. Тузик, Тузик! Ай, иди сюда. Иди, мой хороший. Ой, ой. Хорошо. А. Держи Тузика. Так, ну ладно. Все кажется так. Ну, ну не пухай. Давай. Ох, держись, Розища. Сейчас, сейчас. Так а может там не имется? Ой. Здрасте. Привет. Каким он тебя ветром занесло? Случилось чего? Ой, случилось. Роза, вы уж извиняйте, не знаю вас, как по батюшке? Львовна. Роза Львовна. Случилось. Давно уж случилось. Какой ты хороший. Дай Джим на счастье лапу мне. Да, только это не Джим, это Тузик. В общем, мы теперь тут жить будем. А ваше время, Роза Львовна, извините, вышло. Так-так. Очень интересно. Проходи. Да, в общем, да, ну, чего ж скрывать-то? В общем, отношения у нас с Виталием Сергеевичем. Давно очень. Ну, в общем, когда еще он у нас в Филькино гостил, вот. И вы уж простите меня, что так получилось, я просто... Я ж про вас, извиняйте, ни ухом, ни рылом, я приехала, а тут вы. Ну, ну, чего ж теперь об этом-то? Вы женщина умная, сами должны понимать. Ребеночек у нас будет. Тут ж не до этикету. Время, знаете ли, ждать никакой больше возможности нету. А Виталий, он у нас просто стеснительный. Он вас все жалел, боялся про меня сказать. Ой. Ой, ну вы знаете, ну мне и правда, мне вас так жалко. Ну вот прям вот, вот очень-очень жалко. Ну, в общем, тут такое дело. Вам, Роза Львовна, надо съехать.
Ты свою песню допела, Пивунья? Молодец. А теперь послушай меня. Тебе меня жалко, говоришь? Тебе меня? Ой, да я же только в том смысле, что, ну, я же вас обманывала, а я, знаете, очень врать не люблю. Вот еще прям с детства очень не люблю. А его ты, стало быть, любишь? А его люблю. Больше жизни. Ну, раз любишь, то ты знай, что мы с Виталием Сергеевичем через месяц поженимся. Заявление уже в ЗАГСе. А вот кольцо, которое он мне подарил. Это факт. А ты? Ты просто глупая пивунья из Филькина. Ты нелепая помеха, недоразумение. Да нет, подождите, ну какое же я недоразумение? Да я же вам говорю, ребенок у меня. Вы понимаете меня, нет? Понимать будешь ты. Виталий Сергеевич совершил ошибку. И тебе отвечать за эту ошибку, а не ему. Тебе, а не ему, решать, что будет дальше. Это почему же это? А это потому же это, что я так сказала. Так что решай. Либо ты сейчас сгинешь с глаз моих долой, чтобы я тебя больше никогда не видела, либо ты останешься. Но тогда, тогда твоего Виталия Сергеевича выгонят из министерства, а потом из партии. Ты хоть представляешь себе, что такое моральный облик советского человека? Да он станет никем. Его разотрут, как навозного жука. Хоп! И не было никакого Большакова. Или ушлют на 101-й километр и запекут в психушке и будут лечить его электрошоком, как идиота. Потому что только идиот мог променять меня на тебя. Ну вот видишь, я тоже добрая. Я дала тебе выбор. Гораздо хуже, когда его нет. А теперь давай, дуй обратно в свои Филькино, да так, чтобы пятки сверкали. Увижу еще раз и кранты твоему Витале. Понятно? И манатки свои не забудь. Потеряем девчонку. Жалко. Молодая еще совсем. Не каркай. Сегодня Андреич дежурит. Не таких вытаскивает. Сколько с меня? По счетчику и Шереметьево 3,50. Вот, пожалуйста. На сдачи не надо. До свидания. Мне назначено. Виталий Сергеевич, вас очень ждут. Проходите. Вот. Это вам. Спасибо. Не волнуйтесь, я вашу сумочку на банкеточку поставлю. Да, благодарю. Знаете, я только с самолета. Не переживайте. Новости хорошие. Здравствуйте, Евгений Христофорович. Здорово, коль не шутишь. Ну, не буду тянуть кота за его любимое место с назначением. Тебя приказ подписан. Добро пожаловать на Олимп. Спасибо. Спасибо, Евгений Христофорович. Спасибо. Не вспрыснуть ли нам это дело? У тебя праздник, у меня язва. Поводу хоть отбавляй. Коньячок под шашлычок.
Шашлычка нету. Есть ветчинка из Елисеевского. Ну? Ну? Вздрогнем. Спасибо. Ой, какой хороший. Виталий Сергеевич, имей в виду, ты сейчас прыжок с подвыворотом сделал. Раз о дамках, большие люди оказали тебе, так сказать, большое доверие. Понимаешь, о чем я? Понимаю, Евгения Христофоровича, поверьте, очень ценю. Молодец. Что я думаю? Давай, за тебя. Спасибо. Благодарю. Да, кстати, ты вопрос женитьбы решил? Нормально. Да, конечно. Вот и ладушки. Спасибо. Сдачи не надо. Всего доброго. Вам спасибо. С возвращением, господин хороший. Отдохнули? Оно и видно. Личико-то довольное. Вам что-то от меня нужно? Мне ничего не нужно. Мне Надьку жалко. Какую Надьку? Которую вы ребеночка сделали. Так, давайте-ка без истерик. Можете все нормально объяснить? Да что объяснять-то? Пропала Надька. Она как узнала, что беременна, поперлась к этой балерине вашей. Оттуда вылетела, как ошпаренная. Люди вон видели, мне рассказали. Нет ее. В милицию надо идти. Не надо. Не надо. Вот что, гражданочка. Идите, спокойно работайте. Не шумите. Я сам во всем разберусь. Да, разберетесь вы, как же. Добрый вечер. Добрый вечер. Сделал свое дело и концы в воду. Ну, будем считать, что я вас не слышал. На будущее советую помнить. Мне достаточно пальцем щелкнуть, и вы на улице. Ни казенного жилья, ни работы, ни перспектив. Вы меня хорошо поняли, тетя Зина? Или как вас там? Ой, говорят, Уланова-то до сих пор весит 49 килограмм. Это ж какой кошмар. Ни сладкого, ни соленого. Таков удел балерины, Светочка. Ну как? По-моему, шик. Это даже для одетой как-то чересчур. Это дама пик. Только нормального короля не хватает. Да-да, конечно. Ой. Ух ты. Привет. Тут нужен туз, причем козырной. Здравствуйте. Ой. Привет, мой милый. Здравствуйте. Что за новый жилец? Это Джим. Правда прелесть? Ну как, я тебе нравлюсь? Очень. Мы целый день возились с этим корсетом. Роза, я сегодня получил должность и принял важное решение. Ой, я так рада. Я так и знала. Светочка, поздравьте нас. У нас начинается новая жизнь. Шик. Поздравляю. Вот как раз о жизни я и хотел с тобой поговорить. Давай поговорим. Ну, я пойду, Розочка Львовна. Да? Вы не волнуйтесь. Мы завтра все дошьем. Будет шик. Да-да. Все у нас будет шик. До свидания. До свидания, Светочка. Ты так и не стала моей до конца. Ты как Джоконда или как там ее, Мона Лиза. Нечто совершенное,
и для всех. Смотри, наслаждайся. Но обладать ею ты не сможешь, как и понять ее чертову улыбку. А мне нужна семья, Роза. Нормальная советская семья. А ты вообще создана для другого. А там ребенок, Роза. Ребенок. Ребенок меняет все раз и навсегда. И все-таки я вам нравлюсь, сеньор. Вот видишь, я говорю тебе о серьезных вещах, а ты продолжаешь кривляться. Ну, Роза, я прошу тебя, послушай меня. Да нет, это ты послушай! Дело не в том, что ты меня предал, а дело в том, что поступил как последний идиот. Изменил, допустим, но с кем? С какой-то клушей, который приходит ко мне и начинает мне плести про какого-то ребенка, которого, может быть, даже и не существует на самом деле. Так глупо и так гадко. Боже, ты даже не сделал мне предложение. Ты все выжидал, высчитывал что-то. Господи, как унизительно. Прости меня, Роза. Прости, пожалуйста. Да я ненавижу тебя! Ненавижу. Ненавижу. Ты единственная моя любимая женщина на всю жизнь. Я никогда тебя не забуду. Но я должен сделать то, что должен. Не смей прикасаться ко мне, жалкий карьерист. Я заставлю тебя пожалеть. Да перестань! Нет, я не перестану! Я испорчу тебе жизнь, я пущу слухи! Пусть вся Москва знает, какая ты сволочь! На. На, посмотри, здесь много интересного. Ты права, Роза. У американской шпионки не может быть семьи. Разве что для прикрытия. Ты же знаешь, что я не шпионка. Да, я-то знаю. Но поверь, для остальных. Особенно после того, как твой брат так подло свалил из страны. Где ты их взял? Это уже не имеет значения. Ты подлец. Ты видишь, тебе не стоит и думать о месте. В противном случае я отвечу куда серьезнее. Ты чудовище. Но я все-таки благодарна тебе. Я рада, что напоследок увидела твое настоящее лицо. На фоне травмы груди у нее развилась пневмония. Чудо, что ребенка спасли. Но сейчас для нас приоритетом является здоровье матери, поэтому мы начали прокалывать пенициллин. Никаких антибиотиков. Я понимаю ваши опасения, но в ранних сроках мы отдаем предпочтение лечению матери. Я же сказал, я запрещаю колоть антибиотики. Это приказ, ясно? Консервативный метод лечения – это долго. А пневмония даст осложнение на сердце, на центральную нервную систему. Я неясно формулирую. Для меня в приоритете ребенок. Разговор на эту тему закончен. Где она? Койка у окна. Справа. Живи молча. Здравствуй, Надюш. Ой. Виталий. Виталий Сергеевич,
Виталий Сергеевич, родненький, как ты нашел меня, Виталий Сергеевич? Какой ты у меня хороший, Виталий. Ты ведь знал, что нам больше нельзя видеться. Все равно пришел со мной проститься, Виталий. Какой же ты меня словно. Ты ведь знаешь, что нам больше нельзя. Все равно пришел ко мне, Виталий. Надюш, ну я мокрый уже весь. Надюш, я пришел сделать тебе предложение. Выходи за меня замуж. Боже мой. Правда, Чу? Ну, разве когда-нибудь тебя обманывал? Ой! 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 Погоди. Чё там? Ой, всё, пора. А вот теперь, подруга моя сердечная, пятница 13-е настала. Ой, сначала тебе гадаем. Давай. Букет какой-то. Так, сейчас в книге посмотрю. Так, букет. Готовьтесь к свадьбе. Ты чего, даже парня нет. Значит, будет. А теперь мне гадаем. Хоть у меня с женишком все в ажуре. А не врет твоя книга-то? Книга? Про Бабкина. Стопроцентная. Это тебе не комсомольская правда. Кинжал какой-то. Кинжал. Предательство друга. Да ты чё? Да нет. Вообще, вон, а если вот так перевернуть, вообще на ключ похоже. Думаешь, на ключ? Да. Так, вот, смотри, ключ. Ключи – это к переменам. Да хорошо, Натах. Витька приедет, поженитесь. Вот тебе и перемены. Так, давай пойдем на жениха твоего погадаем. А может, не надо? А чё так? А то вдруг покойники на 13-е прям попрут. Заходишь в курятник, хватаешь первую попавшуюся курицу. Ага. Пока попадется, такой масти жених и будет. Давай. Ладно. Давай. Погоди. Чё это? Показалось. Давай уже. Подожди. Сушеный, моряжный, покажи свой цвет, курица. Курица не сушка, курица подружка, дай ответ. Давай. Что вы? Бьет, черт, убьете. Леша напугал как. А это никак Надюхте Батарева. Смотри-ка, невестой стала. Надька, а жених-то твой будет, как Витька мой. Голубоглаз. Да. Ой, запудрила ты мне всю голову своими женихами. Фу. И он, может, карьеру делать хочу, а ты жених. Чё, никак передовые
Скотница заделалась. Ага, еще чего. Всю жизнь по колено в навозе корову хвосты крутить? Нетушки. Я в Москву поеду, на певицу учиться. Ай. Не веришь? А я уеду. Вот увидишь. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет. Василий, не мучай баян, дай человеку спеть. Казак молодой, по Дону гуляет, казак молодой. А дева там плачет, а дева там плачет, а дева там плачет над быстрой рекой. А дева там плачет над быстрой рекой. О чем, дева, плачешь? О чем слезы льешь? О чем, дева, плачешь? О чем слезы льешь? О чем, дева, плачешь? Ну, хороший он парень твой, Витя. Будешь за ним, как за каменной стеной. Это я тебе говорю. Как трижды разведенная. Считай, в спортлото выиграла. Да какое уж там спортлото. А на соку сидит ворон, а веточка качается. Полюбить кто-нибудь, молодость кончается. Я не сам ворота мазал, мазала, мазылочка. Не от радости я мазала, извинила, милочка. Ну вот, бросай все. Иди, иди с Витькой танцуй. А у меня милый не целует, говорит, что маленько. Приходи, дурак большой, встану на заваленку. Эх, ходи, Надюха! Я упала прямо к милому в штаны. Пусть взорвет там, что попало, лишь бы не было войны. Давай, Надюха! Наташ, ну ты что, из-за меня что? Ой, да мы ж только потанцевали. Наташ, да лампочки мне твой Витька. Ну, до фонаря. На... Это был кинжал. Чего? Да ты что, на кухне что ли перегрелась? Туфли пропали. Наташка с ума сошла совсем. А все одно к нам. Спорьте же коня и действуйте свободно. Надюша, давай. Располагайте мной, я вам служить готов. Прекрасно. Браво! Ой, фу ты, черт. Витька, на колымаге своей прикатил. Ну что такое делается, какого рожна приперся, да? Репетиция у меня. Так меня ж тянет к искусству. Надь, еду в город. Вечерком жди. Это с какого-то перепугу? С такого? Подрачу привезу. Ахнешь. Ну-ну. Вот это я понимаю. Вот это любовь. Ай, да какая любовь, Валюш? Гад, весь монолог испоганил. Правда, Сергей Сергеевич? Надя. Надя, Наденька, Надюша. Я чувствую, что вас ожидает слава Сары Бернар. Перед вами открываются широкие горизонты. Планы на вечер есть? Да нет, пока. Мне масштаб нужен, вечер? Горизонты. Ну, вот Сергей Сергеевич правильно говорит. Он в Москве учился, он зря болтать не станет. А Витька что? У него амбиции. Кот наплакал. И это... Ну, тут вот не скрубят, не тянет. А у тебя что, тянет? Да еще как, знаешь что? У меня он прям... Страсть и охота, чтобы если влюбиться, так чтобы жахнуло, как громом. Слушай, а что? Слушайте,
Вот никаких денег не жалко. Пять раз глядеть ездила, еще поеду. Ага, вон у них жизнь так жизнь, любовь так любовь. А это вот мой кучеряшечка. А это мой, лапа такая, голубоглазенький. Настя, а тебе кто больше нравится? Арамис или Д'Артаньян? А мне никто из ваших не нравится. Мне вон Атос шибко сильно люб. Ой, да он старый. Да. Балда-то, Дашка, не старый, а взрослый. Опытный, значит, сечешь? Кремень, мужик, а не то, что ваши эти. Ну ладно. Дуралей. А еще граф там уже. А глаза-то, глаза. Не оторваться. И песня у него самая романтическая. Угу. Ну да. Угу. Ну хватит дурака валять, а. Ну лучше подруги. Ну помирилась бы ты с ней. Да она уже давно простила тебя. Ну подойти просто боится. Ладно, вечером попробую. Парит-то как, а, Наташка? Сейчас гроза будет, опять потом всю траву переворачивать. Наташ, ну прости ты меня, если считаешь виноватой. Ну мы ж с тобой подруги вековечные, не могу я так до гробовой доски молчать. Ну, хочешь, я ему скажу, чтобы он со мной не ходил? Ну, только же давай мириться, не могу я так, Наталья. Убирайся с глаз долой. Ты мне жизнь испоганила, и теперь пришла просто помириться. Да, ну, чё ж я виновата, что ли, что он в меня влюбился? Гадина. Да ты что? Я сейчас тебя зарублю, гадина! Дура! Девчат! Что это? Что это они? Сумасшедшая! Тьфу на тебя, чёрт с тобой! Больно ты мне нужна со своим Витькой! Я о нем теперь не мечтай, поняла? Сама виновата! Хасбулату долой, бедна сакля твоя, золотою казаной я сыплю тебя, дам коня, дам киножал, дам... Башня, такси заказывали? Садись. Привет. Здорово. Надька. Надь. Чё? Надюш. А я люблю тебя. Ты знаешь это? Ага. Витька. Как ты думаешь, страсть это как? Страсть это... Не знаю. У меня к тебе тяга. Угу. Я прям ни о ком думать не могу, как о тебе. Правда, че? Правда. Это тебе, вот. Че это за жмякля такая? Какая жмякля? Это сюрприз. Я тебе днем говорил. Ой. О, польские! Я у Любки месяц назад заказал. Ну? Ты чё? Красота какая. Примерить можно? Конечно. Давай. Давай, ну. Это ж цвет-то мой самый, что ни на есть, любимый. А то. Зарубежные. Ага. Ой, вот это да. О. Ой, спасибо тебе, Витюша. Витюша. Ой. Надь, давай поженимся. Наташка-то как? Она все поймет. Время лечь, Надь. Потом настоящая любовь бывает один раз в жизни. Да? Да. Да ты что, ты с ума, что ли, сдурел? Я еще согласия своего не дала. Тоже мне. Быстрый какой. Thank you.
Совесть у тебя есть? Ты где полночи шлёндерла? Мам, ну что ты начинаешь-то сразу? Да лучше сразу. Когда в подолето принесешь, поздно будет. Ну чё ты? Чё там у тебя? Покажи. Витя подарил туфли польские. Ишь ты. Маш, спать давай, с глаз моих долой. Мам. Что? И не забудь. Завтра зайти к тетке Василисе, принести соли. Она банки собралась закатывать. Мам, я, может, замуж выхожу, а ты банки-банки. Никакого понимания. Замуж, замуж. Вот отец тебе задаст с утра замуж. Замуж, замуж. Эх, вот она и в этой трясине деревенской вместе с лягушками. А я, может, не хочу с лягушками. Я в Москву хочу. Ой, девки, сейчас бы к морю да на пляж. Да, через 5 часов обратно в коровник. Девки, а это кто ж такой? Это Василисин племянник. Из Москвы приехал. Между прочим, очень большой человек. И холостой к тому же. Только что он в нашей теме-то припёк? Знаешь, кстати, на Атоса твоего чем-то похож. Слушай, Надь, правда, на Атоса. Отстань. Только конь у него железный. Девки, слушайте, а меня же мать просила Василисе соль притаранить на ЗАГСе, а я дурында и забыла. Ага. Ну что, побегу. Надь, Надь! А! Чё? Ты хоть свой халат за трапезный сними. Ага. Ой, ой, вот я дурында-то, от меня ж буренками за версту несёт. О, из Москвы. Ой. Тортик, птичье молоко. Ой, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Виталий. Тётя Василис. Здравствуйте. Тут вот... соль 5 кг и это, спички. А ты проходи, проходи, милая. Тетя Василис, а. Это тебе. Ой. О. Господи, красота какая. Здрасте. Здрасте. Вот. Ну, Виталенька. Племянничек Виталий Сергеевич. Это что ж за красота такая глазастая? А? Ну, прям Алёнушка Васнецовская? Да нет, это наша Наденька. А напротив живет. Видный. Ой, невеста. Актриса будет, в клубе нашем учится. Какая красота, очень красивая, скромная. А умница какая. Ну, умница, говоришь? Да. Ну. Не то, что ваши там городские кукушки. Спасибо. А поет как душевно, а пляшет как. Ой, слов-то не подберешь. Это что ж, столько прелестей в одном индивидууме. Понравилась она ему. Ты смотри, глаз положил. Ой, не жить. Говоришь. Не согласитесь, Надежда, меня вечером по селу проводить? Ну, в качестве экскурсовода-проводника. Ну, чё, Василис? А то я тут давно не был. С самого детства. Боюсь заплутать. Ну, чё ж, можно? Значит, до вечера? Косу как пробить. Сама косу. Погоди, погоди. Чудо глазастое. Пока хорошая погода стоит, надо косить. А то обещают. А ты спорь меня. Иду. На. Носи на здоровье. Между прочим, в ГУМе купил. Фуксия. Очень модный цвет. Я пошла посмотреть. Ну это... Фуксия в ГУМе. Спасибо, Виталий Сергеевич. Просто Виталий. Голубчик мой, вот. Грибочки. Что, глазастая? Пора на экскурсию? Ну, погоди. Сейчас только оденусь и полы вперед. Воздух, да? Воздух. Прямо здрасте. Вкусный. Здрасте. 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 Да нормально, ничего особенного. Не скажи, Надюш. В Москве вообще дышать нечем стало. Одни яд до химикалий. Ой, ты как же это? Ну, образно, конечно. Понимаешь, машин слишком много в столице матушки стало. Каждый, понимаешь, может достать себе «Жигулей». Вот и доставали.
Вот я живу в самом центре, на Котельнической набережной. Так там на балкон выйти нельзя, через 5 минут задохнешься. Ну, что ж делать-то? Противогаз, что ли, выдавать? Да нет, конечно. Дороги расширять будем, центр разгружать. Другого выхода, Надюш, я не вижу. Вот помяни мое слово, лет через 10-20 каждый третий будет иметь свой автомобиль, а между Садовой и Окружной зашумит еще одно кольцо. Третье. Вот так-то. Расскажите еще про Москву, пожалуйста. Тянет. Угу. Ну, жизнь в деревне, Надюш, тоже имеет свои прелести. Вот вы-то все друг друга знаете. Народу мало, здороваются. Приятно. А я вот в Москве второй год живу, в своем доме с колоннами. Так вот, поверишь, за 2 года соседи по лестничной клетке ни разу в глаза не видал. Че, правда, че ли? Ну, можешь себе представить? А дом? Дом. 27 этажей. 9 подъездов. Народу живет больше, чем в твоем Филькино. О! Ого! Смешная ты. Глазастая. Так что же, Надюша, правда хочешь актрисой стать? Нет. Певицей хочу быть. А-а-а. Для людей петь, как Пугачева. Стало быть... Учиться в столице хочешь? Мечтаю, ага. Только вот не знаю, как сложится. Я же вроде как замуж собралась. Да и родители сильно против. Ну почему ж? Если блажь, то конечно. А если мечта настоящая, чего ж не попробовать? Вот я им то же самое твержу, Виталий Сергеевич. Почему вот вы меня сразу поняли, а они нет? Да потому что я сразу тебя разглядел. Душу твою. Нутро твое горячее. Потому что таким, как ты, не место в деревне. Потому что ты красивая. Настоящее. Как все здесь. Как природа. Потому что в тебе страсть есть. Чеботарева Надежда. Наденька. В глазах твоих утонуть. Позволишь? Вот гадина подзаборная. Ты у меня за все ответишь. Доброе утро, мамочка моя любимая. Ты что, ни свет, ни заря? Ой, мамочка, я сегодня самая-самая счастливая. Пила, что ли, вчера? Ну-ка, дыхни. Мам, ты что? Ну-ка, дыхни, тебе говорят. Мамочка моя, а я скоро в Москве буду жить, представляешь? Да хватит так Олесю нести с утра пораньше. Иди курям лучше задай. Сейчас задам. Вот прям сию секундочку. Ты, че вы сливаете, че же это? Уезжаете, что ли, уже? Ну да. Пора, Надюш. Загасился я. А я как же? В смысле?
Вы что-то как-то не попрощались даже. А чего ж прощаться-то, глазастая? Стараешь, в Москву не собираешься? А, ну да, конечно. Обязательно. Ну вот, поступай, ты думаешь. И приедешь. И сразу ко мне. Буду ждать. Да? Да-да-да. Ехать пора, Надюш. Дорога дальняя. Удачи тебе. Счастливого пути, Виталий Сергеевич. Адрес-то как же? Стой! Витя! Стой! Витя! Стой! Стой, дурак! Ружье брось! Стой! Ружье брось! Ружье брось! Дурак! Ну и пускай знает. Нет, не думайте, что надо сделать! Уйди от меня! Витя! Уйди, сказал! Чуть душу не смотала! Ты ж предала меня! Витя, не трогай его! Все равно не трогай! Витя, не трогай его! Надь! Витя! Надь! 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 Наденька! Это что, Витя? Надя! Витя! Наденька! Витя, пусти меня, Витя! Все, Витя, все! Все! Не твоя я! Надя! Зачем ты так? Ты сам говорил, настоящая любовь один раз в жизни бывает, она все оправдать может. Прости меня, Витя. Надя! Да что с тобой сегодня? Ничего, мама. Не заболел часом? Нет. Я же сказала тебе, я в Москву уезжаю. Отец? Ты слыхал, что девка-то наша удумала? В Москву она едет. Так. Недалеко ли собралась? Нормально, папа. А у отца с матерью разрешение спросить не забыла? Так я уж вроде как это... Совершеннолетняя я, папа. Так-то. Дочка, может, тебя кто обидел? А, да не обидел, меня никто, мама, не трогай меня. Я, может, наоборот теперь самая счастливая сделалась. У меня, может, только теперь глаза-то на жизнь не открылись. Батюшки свет, глаза у нее открылись. А Витька как? Мама, ну не люблю я Витьку. Ну не люблю и все. Это я теперь точно поняла, потому что другого полюбила. И к нему теперь уезжаю. Все, мама.